слакеров в одну пати, рольнете место, кто выкинет меньше ролла, тот и пойдет отдыхать. На сумона нет, блядь. Можете меня присумонить? Да, сейчас. Я пока долечу. Доксон, а что ты? Заходи на БДК. Понимаешь, что нам танк нужен. Без танков здесь нечего делать. Что? Ну тогда три танка надо. И желательно один БДК, а не два протопала. Не. Я в комнату уже пошел, так что забей. В среду в Ульду сходишь с собой, не переживай. А Доксон в рейде? Нет. Нам надо БДК. БДК — это скорость атаки, которой нет в рейде ни у кого. Меняй меня. Если есть БДК, я уступлю место. Дор, на кого суманить? Не-не, ты Фуриком. Он же ж сумасвод есть. Он уже в Ульде. Нет, Копар надо, ты точно 20 минут написал мне. Некий менять, да. Долго, блядь. Дайте пока баку пора. Хочу выстрелить и каску там. Нет, Брэди, по двух людей, подожди. Лока нету, блядь. Людей нету. Я понял, кем я делал эту ачиву. Совой. Месяц назад делали мы. Понятно, наверное, опять перезаходил, потому что ДД в комнате не было.
Сами у тебя уже все есть, а чего? На селе нет. Или ты ей будешь после шамана делать? На ШП есть сечиво, на пале все чивы. На шамане почти все чивы. На совет тут осталось сколько? Арбитафия осталась. Из сложных понерфить их ламоботов осталось. И умоется слезами. То есть остальные это проходное все. То есть кем я буду дальше релить, не знаю. Кто-то смотрел мультик «Аббатство Редвелла»? Давайте для особо умных. Лево, мой первый портал, Хризифилак, второй, третий, Экстримка, четвертый, Элоран, пятый, Войд. Справа Джей, Утербол второй, Дон третий, Манелтер четвертый, пятый, мобильный хил. Скажите ему, что демонов поломали. Давайте напишем. Демона сломали опять. Баф не работает. Ну, ладно. Блин, у нас теперь не будет тема на СПД. Ладно. Ну, дать человек в комнате просто. Погнали, совы. Так, ставлю рыбу. Демона все равно в комнате нету. За две комнаты должны снести. Каску смарт-кью по друиду. Все, футбол пройду. Саншо, понял, что нельзя в этих лучах света стоять? Заходить в портал, убить черепы. Да, черепов. Все, Джей не подтверждает готовность. Возможно, он что-то читает. Дайте пристабаф опять. Интеллект. Все, погнали. О, коварная лужа, надо бежать. Скоро мы сразимся с главарем. Ты им просто звездочки. Милики, если говорю на отбегать в РДД-зону, вы отбегаете. Бёрн в РДД-зону, беги. Звезду бьём. Коварные мобы. После звезды кружок. Кружок заберите на себя. Кружок не бить. Бейте звезду, потом кружок. Да, звездопад лучше не давать. Давай сакру. Падаем. Бля, Олег, я уже засыпаю. Тяжелый день на работе. Давай как-то. Да, хорошо, так и быть. Я постараюсь лучше играть. Давайте быстрее рассветись. Резифилак, вставай. Если что, вам не надо в лужи забегать сразу. Да, мне повезет, но не повезло. Работает уже. Я это говорил, когда я танчил первый раз. Если вы забегаете в лужу четверо, значит вылезет 4 моба. Если вы забежите 20 раз подряд, вылезет 20 мобов. Какая параша.
Вы пробежитесь по ним, то вообще по два моба вылезет. Вы вот сказали про 20 мобов, я так подумал, Капарсиви на комп лагает. Давайте вызовем столько мобов, чтобы у него комп сгорел. Да, давайте. Это было бы круто. Такое себе развлечение. Короче, извините за запятку от телефона. Что-то еще упало у меня. Этот, что там, Элдоран, РС, если... Давайте фомпа, все готовы, я уже тоже устал. Каску приставал, фенту, крест. Бля, шаман, где ты? Выйди чуть-чуть. Давайте, ластрай, все хотят спать. Чек. Ну, тут вар уходит просто, и протопал, наверное, тоже, поэтому если они уйдут, то я запущу плюс 4, мы убьем просто так. Пога готов, дубасик, все готовы. Погнали, только не лужи заходим. Бля, они так как-то коварно стоят. Ой, держи метку. Стоим просто. Милики бьют тоже мобов. Первый страж пошел. Гватемала в РД-зону выйди. Сейчас вайп будет, если не выйдешь. Все спокойно. Трое. Звезду бьем сначала. Все в звезду. Все в звезду. Так, прожимай сакру, как будет у босса 200 хп, самосводя дебаф. Сакру давай. Хочу еще посмотреть ходячие мертвецы, последнюю серию. Давайте звезды добивайте. Потом кружок. Призифилакс в РДД зону быстро. Молодец. Трусы. Бёрн, подымай его агрессивно в РДД зону. Сакру, если есть. А, блядь, прошибло. Отбегите от моба, таундите мобов. Бёрн, подымай Хризифилакса. Я Дорна подыму. Добивайте моба в центре. Рамзес тут. А? Фога, поднимай Рамзеса. Он где-то в центре. Отбегайте от черепа сейчас. От черепа отбежали, он передает фир. Передал опять фир. Гутербол, Дорн, сбегайтесь. А, он, блин, в этом в щупальце был. Скоро будут порталы, занимайте порталы, отбегайте от лучей. Бафы по вару дали по Рамзесу. Будут щупальца опять и порталы. Щупальца слева разбить, там Элдоран заходит в порталы. Порталы заходим. Прикольно, Джейми. Мне понравилось.
Подними его. У меня КД уже, блядь. Пиздец, я ну, ты за колонной стоял, я бегал вперед-назад, чтобы тебя отправить попасть. Ну это вайп, падаем, ложимся. Чтобы вас резать, надо заходить в комнату другим людям и поднимать их. Давай ты на демона зайдешь, я похилю. Давай. Дадим ластрай плюс 0, а там если не убьем, то... Короче, плюс 4 убьем. Короче, Джейми, ты когда понимаешь, прожимай дубовую кожу и спокойствие сразу, все, хили себя. Совы, плюс ты сами себя хилят, паладины тоже. Там столбы и шаману неудобно хилить. Заходите, вы че умираете? Трепещите, смертные! Конец близок! Как это плюс 4? Да, все верно. Чем больше ты наносишь урона, тебе приходит ответный урон. Поэтому надо прожиматься, либо чтобы тебя хилили хорошо. Да, пожалуйста. Ли у них шанс на спасение? Держи Релла, зайду сейчас на рестер шамана. Ты на кого добрал? Джей. Там в идеале мы тоже кинешь пати. Мы не хотели на самом деле на плюс 0 идти. Хотели просто убить босса. Но тут что-то в жопу заиграла мысль. Давайте-ка убьем плюс 0. Ну, точно сдох. Бля, уже впало так. Ну так давайте потом добьем. Распало. Это заклинание. Так, Качи уже сдался, да? Попроси, я напишу. Ну, Роган не особо не дамажил. 5-6 кгс, кажется, у меня. 5-8. Что ты делаешь? Да? Ты останься, если сейчас опять лажа будет, то хотя мы без тебя убьем. Плюс 3. Экстримка ж вроде в рейде. Это... Так, опять спикнул с хила. По-моему, сейчас сдать. Без понятия, честно. Тут кому-то милику, который часто умирает. Тушите рыбу. Может Джей лучше? Ну, может Джей дать. Так, баф по рейду. Лайфхак для людей, да. Щиточки на себя, ходки. Я сам не знал, что он возвращается.
Визифилакс готов, Лимошка готов. Лимошка. Ты готова, кроме Лимошки? Все, погнали. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть. Тут какой портал, Олег, был слева? Я заходил в любой. Там не было генерации. Первый кто-то пиздил. Так, не время. Давайте звезду играем. Вот ему надо было поставить. Ксрим пока в РДД зону, быстро. Дебильный хил, давай гимноману. Забыл что-то ману отрегенить. Молю ТТМ. Ксрим пока опять в РДД зону. Типа последнего моба не успеваю метки вешать, я все это делаю вручную, еще хили проговариваю. Бейте моба с меньшим хп. Было больно. Фога, подымай экстримку. Ну, Джей, не надо было поднимать, потому что ты быстрый рейс, а остальные плохо с реакцией, надо было потратить ЕБР. Давайте бафы по палу. Так, фаза пошла. Минус один, ничего страшного. РДД большого, большое щупальце РДД. Мелкие щупальца в лучах не стоим, а черепа с фером отбегаем, с пактом сбегаемся, только мелкий зеленый луч, который тратит ваше здравомыслие. Помогаем мне диспелить магию и всю прочую. А вот если сейчас дать стая, она замедляет? Да. Да, отбежали от лучей, отбежали от черепа. Кризифилакс ко мне, быстро. Только не в луч. Все, за мной следом бегай. Сейчас будет портал. Сейчас будет порталы. Визифилакс слева портал возьмешь. Портал, заходите справа. Вместо мобильного хила кто-нибудь. Где портал это? Все, забежали. Трепещите, смертные. Конец. Забагалось одно щупальце. Пизда, где вылазить, ёб твою мать. Прохилил одного, блять, второго не прохилил. Ты мог бы срезку прожать. Сука. Блять, квадрат. Квадрат, сбегайтесь. Сбегайтесь с крестиком квадрат. Друг на друга бегите, ёбаный лосось. Чёрт, куда блядь. Ты побежал? На обратно. Хорошо. Не, это все походу, ребят, да? Ты ему пишешь в ПМ, сбегайся, он стоит у стены. Ты в другую сторону побежал, блин. Все, завалите, выходите в порталы. Сука, заткните свои рты. Слишком много флота, просто надо было сказать ник этого человека и все. Ему в ПМ писал. Ему пофиг. Ну вы, блядь, не видите, что он в щупальце был, блядь. Хули вы орете? Дубасик, она забаганная, вот эта щупальца, не бейте ее. Она забаганная. Фога, заходишь сейчас в портал слева и поднимаешь экстримку. Диспельте. Заходим в порталы. Хорошая комната. Не, давай все, в пизду, ложимся, я запускаю 4 хранителя. Пизду, слишком много рака в рейде. В отлучение отбегаете, с пактом избегаетесь, ну вас нахуй. Давай попробуем, сейчас убьем же. Ну, мозг. Какой, блядь, попробуем?
У мозга 2 ляма еще, ебаный стыд. Я это не буду так тратить. Мобильный килл в луче умирает. Тот не прожимается, этот не сбегается. Падайте быстрее, забегайте лучше. Все равно это был не тот состав, чтобы плюс 0 делать. Размечтались. Кашетером пощупали все в комнате. Не было его. У нас плюс 0 убивается с первого трая, обычно со второго бессмертия, тут какое-то говно. Ай, блядь, умирайте быстрее. Вас кикать или как? Или вы будете умирать? В портал надо зайти, можно умереть. Если они зайдут в портал, они потеряют здравомыслие, еще минуту будут там бегать, умирать. Ладно, сделаем лучше. Быстрее сделаем. Нам придется... Придется минуту всего лишь подождать, а не три. Сам, почему? Надо в лучи заходить, умирать. Тяните время. Зачем диван давали Гватемале? Давай, пати. Уже зашли. Не надо было ждать 3 минуты. Диван никогда нельзя давать вот где. За это дается бан от ГМа. Читай пункт 3.4. На форуме все описано. Бан 260 дней. Кто в комнату заходит? Потому что багаются статы у персонажей и у босса. Не делайте так больше. Кто в комнату заходит? Шимя уже вылетел, меня походу забанили. Так, слышно меня еще? Нет, а кто? Я вылетел из-за вашего дивана. Тебя там по IP, наверное, забанили. Выход в сеть. Интернет. Давайте присоедините еще разок. Кто хочет убить просто так босса? Кто там, Гватемала еще был? Или ты все уже? Он, наверное, в рейде уже, ребята. Присоедините рейд-чат, чтобы я вас брал в рейд. Так, погнали, помогите мне запустить. Пустите только одного хранителя, мне надо доказательства веры. Осторожно, там где-то мобы же стоят, еще не убитые. Одного из хранителей. Под стелсом, пожалуйста. Что здравомыслие, ареста и все. Герои вас защитит покров зимы! Там Фрею запускали? Галганят, даруй мне силу, надели мои смерти. А Мимир он что дает? 20 скорости милик. Ладно, тогда не буду запускать. Кушаем рыбу. Сейчас будет все легче. Как раз уровень босса для нашего рейда. Замените дамаг в мозг с прошлого драя. И в щупальце. Курс хады есть, кто в комнате был. Мирона запустил твой план. Есть дамаг в мозг и в щупальце с прошлого драя?
неплохо варна бил. Да, мало варна бил. Ну, походу, а, он уже 6-4, 5-4. Так это понятно, пятый не бьет мозг. Бьют мозг только вызванные существа, типа этот ползун у шипа и... Бля, как эта хуйня называется? Типа волки у шамана. Элли. Чек. А я как опору начислил, ебо не помните? Да. Да. А родни начислял. Кому не начислял? Роги. Ачи, блин, сейчас там. Ты, пацаны, конечно, пацаны, вы бьете. Ну, Ачи просто офнулся, ничего не сказал, тут как предупредил. Если зайдет, потом скажет, что нет, вылетел. Сразу не делали этого ачиву в этом режиме. Тут же ж проще сделать. Что-то я плюс 0, потому что не делал. А, ну да, потом типа отключить нельзя, да? Не, наверное, надо было сразу давать йога. Да, не в комнате тоже отнимает здравомыслие. Дебаф. Факт здравомыслия. Потом на третьей фазе взгляд босса. И рандомно стреляет. Мало, ты хотел в гильдию пойти. Спрашивал про набор. А у тебя есть персонажи еще? Это один. Тоже без гильдии. Наверное, надо было не сейчас кидать, тут тайт. Пишешь имя. Порталы. На, да. Нам, кстати, не повезло в тетрай с комнатами. Если бы вот такие комнаты были, то я думаю, мы бы... Видите, как четко мы переходим уже. Я пока не могу прочитать это заклинание. Пора выходить, выходим. Выходим. 5 секунд. Добили. Добили бы. 2-2 надо. 2-3. Есть, пожалуйста, спойте гимноману. Гватемала, напиши, как тебя зовут. Трепещите, смертные. Конец близок. Безумие поглотит. Блин, да, портал забудет.
Мрачное свечение. Откуда? Видите, тут даже хила. Блин, осталось всего-навсего 100 тысяч. Я же сказал, что мы добили. Пойдем. Я лучше трэш. Поворачивайтесь. Теперь бьем босса. По мало здравомыслия, идите регейте в лучах. Отворачивайтесь, опять будет... Так, поворачивайтесь. Отводить танки, отводите подальше, мобов, они хилят босса. Сейчас будет сало, на ней будет взгляд, отворачивайтесь. Видите босса? Отворачивайтесь. Теперь бить босса можно, 5 секунд есть. 3, 2, 1, 0. Все, можно добивать. 4, 3, 2. Неплохо. Что нету? Это и есть ачивка, да? Сойди меня с ума. Да. Видишь, Вуди, осколок выпал, блин. Капец. Или осколка, да? 5 осколков за рейд. В том рейде, в который я ходил, один выпал. В рейды, который ходит Вивальди, падает по 5 осколков. У него, наверное, уже больше 10. Ройте выкройку. Не туда линканул. Короче, Эндриага вы. Эндриага, Квизифилакс, переройте. Так мы идем еще кого-то бить? Хотите бить? Я уже устал просто. Пошли еще куда-нибудь. Воевать, и там два босса осталось, можете пойти туда добить их. Это будет плюс 300 ЕП вам. Ну пофиг. Горите. Я мантию тоже роль. Что ты ролишь? Ничего, ничего. Че, я на рогу зайду? Маска какого-то пока. Потом заведешь остальных уже по мере надобности. Идем добивать, вдруг осколки выпадут. Да, портовать. На плац, кажется. Эндряга, сколько я тебе ЕП накидал, когда ты ушла? Да, Вуди уже офнулся локом. Ганская кузня. Там за сейчас накину ЕП тебе. Так стой уже. Че, дальше идем, что ли? Ну, два босса, это 10 минут. 300 ЕП. Вам надо? Ладно, да. Давай уже. 700. Какой плац, вы что, пошутили, что ли? Всем спасибо, до завтра. Ладно, те, кто ушли, не получит 500 ЕП, это 10 минут. Так. Рей тут. Кит пока видит.
не забывайте, в среду вторая ульда. Теми, ты летишь или ты просто в разовой гриде? Да, ну. Кажется, плац, да? Не-не, кузня. Всё, где палка? Не надо, здесь одного хила хватит. Я запустил босса. Чуваков будем пробовать поджарить? Просто убиваем. Ты имеешь в виду, ты сзади, ты просто место. Скоро снова взлетит. Блин, триггеры от КД. Сейчас сдам. Еще 15 секунд под ростом. Да.
Килянов 3. Руку поднимай, Джея. Чёрт, ты пати, Джей, друг. Быстрее, она скоро снова взлетит. Приём, приём. Дайте лучше каску про... Да. Интеллект. Так бафни. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание. Ясно. Я пока не могу. Бля, два танка в рейде. Три танка, блять, в рейде. Сова умирает, лучше да. Господи. Но откуда ты лучше танчил моба, чем мне в коем писать за плечи? Кстати, спекнитесь в ДД. Танка не надо.
Smart Cure, ты сможешь ачиву сделать? Просят люди. Какой ачив? Вам надо на себя затаунтить, завести в огненный ковш, подождать, пока они раскалятся, а потом завести в воду и... Завести куда их? В воду. И после? Нажать на них скиллами, которые наносят урон. Ну да. О, осталось немного. А, ну правда это лимошки надо сделать. Ты в ретрике уже. Лимошка. Короче, не буду ничего объяснять, просто мысленно свяжусь. Передам эту информацию лимошке. Надеюсь, лимошка принял мой внутренний контакт. Кто сейчас рост под ростом побьешь? Ну его долго будет бить, так что все под ростом побьют. Да не, у нас 119 человек. Так уж и долго. Меня тут спрашивают, вы с 16:00 в рейде? Да. Прикинь, вот где сидеть с 16:00 до вот сейчас. Я когда сидел в 25 норме, 8 часов. Вот целка. Вот эти любители там Ancient Gods. Не, это очень давно было. Здесь так люди иногда сидят. По 5-6 часов целка 25. Я им даже не помню, на Лича зашел, помог убить. Это было в пол второго. Знали они сбор в 20:00. 5.5 часов. Больно, да? Ну, еще год, это диком. Диком не умеет это. Так, ну я помню 4 часа у Войда. У меня были 3 часа. С половиной там. Час на Личе, полтора сидели. Дерзкие глупцы! Ваша кровь закалит оружие, которым... Ауру на огонь поставьте. Выйдите. Его сейчас починили. Ладно, гость туда. Жингеру дашь. Что дальше? Блин, нам не мобы, а лимошка в ковше. Не повезло. Я и в ковше там. Блин, а у нас, оказывается, 3 хила в рейде, я думаю, как так легко хилится все. А, сейчас Джейми будет бить. Бей звездным огнем сейчас, сейчас будет на тебе супер баф. Смотри. Без супер баф ускорение повышено на 100%. Сава. Давай еще раз дам. Вика, сколько стоит звезд? 1 секунда, наверное, да? Лимошка его делает. Бета баф получить целка по КД.
босса срывали, да? Бога, ты бей звездным огнем, а не гневом. У тебя сейчас топовый баф на скорость. Ты... Что это было? Как он на хилас агрился? Там не танчил. Кому это надо вещи, пусики? Там колечко есть? Нету. Кинь ими по тем, кто не был на боссах. Звезды ты хотел? Печи роли. А мы все, да? Да, сейчас пораскидывай, ЕП никто не любит. Паран, можешь к нам в гильдию вступать, если тебе понравились такие вот веселые рейды с первого рая. Почти, да? Да, можно. Тут весь рейд с одними персами. Короче, накинул Джей ЕП, если что. Что помог нам?